Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Info. Перед нами HTC Desire 628. И сейчас мы вам покажем, как на данном устройстве произвести серийную съемку. Все очень просто. Для этого мы просто зажимаем кнопку съемки. И у нас телефон начинает делать большое количество фотографий. Если у вас телефон не проводит серийную съемку при зажатии кнопки съемки, значит, вам нужно нажать слева сверху на три точечки, дальше выбрать шестеренку и здесь в настройках включить пункт, который называется серийная съемка, поставить возле него галочку. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!